Привет, привет, мои хорошие. Рубрика «Муж на кухне». А Зихра у него в помощниках. Нет, хотя она не в помощниках, она указание дает, что папа не забыл. Это добавить, то добавить, все добавить. Иди, 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 иди. Папа готовит наши макароны любимые. По-флотски, наверное, они называются. Там, с фаршем, побольше лука. Макароны у нас любит вся семья, даже мои, наши, точнее, двое деток тоже любят макароны. Ты ждешь, не дождешься, да? Что тебе дать? Разбросать? А? Что дать? Асланчик спит, Зихрашка командует. Что дать тебе? М? Что дать, солнышко? Фасольки дать перебирать? Фасольки дать тебе? Солнце вызвало, да? Это Аня, она не хочет сидеть в стульчике. Она не хочет сидеть в стульчике. Ладно, ладно, сейчас я тебя заберу. Забрать? Давай заберу на ручки. Давай. Давай посмотрим, что папа делает. Помидоры чистит. Папа чистит помидоры. Да? Да, маменя. Ой, ручка тоже проскользнула. А мы пойдем асланчика разбудим. Аслану яндерчес. Пойдем асланчика будет? А что ты хотела? Ты хочешь с папой там возле папы стоять над душой? Посмотри, какая девочка плачет. Посмотри, какая красивая и плачет. Видели, да? Она хочет возле папы быть, но в кресле сидеть не хочет. Бурда умакистю, сын, я надо умакистю. А мы орда утурмаски? Вах. Такс, 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 контроль. Папа все еще режет и режет, режет и режет. Зихрашка все помогает и помогает. Нет, за это время я успела ее накормить. Она поела кашу, ела огурец. Ела, но потом в конце вот выбросила его. Сейчас мы пойдем будить асланчика. В прошлый раз я пошла, но не смогла его разбудить. Два раза я уже пыталась его разбудить. Сейчас будет попытка номер три. Потому что уже, видите, 7:30 вечера. Если сейчас не разбудить, он потом вообще поздно заснет. Сынуля, солнышко, солнышко мамина, мамина солнышко, мамин, пупсик, бубосик. Я не могу громче. Ладно, пусть спит ребенок еще. Лучше я с ним лишний час ночью помучаюсь, чем сейчас его заставлять вставать. Мое сокровище спит. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье, и, конечно же, это семейный день в Турции. Мы приехали на завтрак, плавно перешедший в обед, в Çiçekliköy. Мы здесь раньше были, несколько раз я снимала. Последний раз я здесь была, когда была беременной. Только приехали, там нам подготавливают стол. Все забито просто. Я забыла, что здесь нужно резервировать заранее хорошие столики. Но изначально мы собирались не сюда, собирались в другое место. Но так как, когда ехали, по дороге был туман, ехать в то место, в которое изначально собирались, не было смысла, потому что вся прекрасная панорама была бы перекрыта. Асланчик катается, Зихрашка с папой там ходит. Мне что нравится в таких местах, куда мы приезжаем на завтрак, то, что есть детский уголок. Чаще всего 90% бывает детский уголок, потому что ну, почти все приезжают со своими малышами, со своими детьми, так как это семейный день, детей никто не оставляет дома. И вот обязательно детский уголок бывает. Здесь такое кафе, знаете, сейчас там очень много народу, я снимать не буду. Здесь такое кафе, у речки зелень, просто красота.
Сынуля, тебе нравится? Аслан, тебе нравится здесь? Они только проснулись, они по дороге в машине спали, как обычно. Итак, принесли наш завтрак на двоих. Мне вот что нравится в этом заведении, здесь очень разнообразный завтрак. Единственное, мы плюс к завтраку заказали двойную порцию яичницы, потому что дети едят яичницу. И вот я чудушки гёзлями заказал. Остальное все входит в завтрак для двоих. Бюреки, сосиски, даже мандарины принесли, натуральный сок, картошка жареная. Оливковое масло, каймак, мед. Это я даже не знаю, что это, наверное, тахин, скорее всего, варенье, сыры. Но я не буду перечислять всего, но вы видите, да, обилие. Колбаса жареная. Асланчик уже ест. Хотя мы из дому всегда выезжаем на завтрак сытыми. Ну, сыры, помидор, огурец, зелень, оливки, ну, даже вареный картофель. Вареное яйцо, масло, чего только нет. Буйное, фасоль, галиба, деме? Фасоль, на фасоль похоже, на зеленую. Чего только нет, будем сейчас кушать. Всем приятного аппетита, кто за столом. Потом я вам сниму вот ту сторону, зеленую, красивую. А сейчас нам надо кушать. Чай, эксик? Чая только нету. Чай, яджек, чуми, мэвэ. Вот мне интересно, откуда это такая любовь к помидору? Я не могу ему ничего дать, он ест этот помидор. Дома тоже любит помидоры. Смотрите на него. Все в помидоре, ничего страшного, я никогда за такие вещи не переживаю. Все можно постирать, в крайнем случае можно забыть об этой вещи. Кушай, мамина, приятного аппетита. Наконец-то дошла очередь, чтобы снять место, где находится само кафе. Вот в этой кабине мы как-то сидели, жарили мясо на мангале. Наверху столики. Вот эти места нужно резервировать. Но вот здесь я сидеть бы не хотела, потому что все люди вот сюда спускаются, чтобы посмотреть, пофотографироваться и так далее. Здесь напротив лес. В одно время столики летом у них были вот здесь тоже. Здесь такая тишина. Еще мне нравится, что они громко не включают музыку. Мелочь какая-то плавает. Красота! Вот здесь именно красивая осень. Листья желтые, падают. Опа! Что не сделаешь ради съемок? Воздух просто бесподобный. Ну, вы сами знаете, наверное, не раз были в таких местах. Знаете, как вкусно пахнет воздух. Ну, все, мы покидаем это царство завтраков, плавно переходящих в обед и ужин. Ужин здесь мясо, котлеты, наверное, и рыба, я не знаю. По-моему, рыбы нет на мангале. А вот там есть, видите, как маленькие комнатки. Там можно жарить мясо на мангале в холодное время. В теплое время, как сейчас, все там же за столиками, где мы сидели, все там же жарится. Сейчас я поснимаю немножко. Это вообще это деревня, Чичикликёй называется. Чичикли – это цветочная. Сейчас покажу. Но здесь, в принципе, цветов особо нет. Но все равно покажу немножко.
Там впереди где-то наша машина. Сейчас уже 2 часа дня, и как бы здесь освободилось место. Раньше это кафе называлось Чинар Кавалты Этве Мангал Эви. Мы искали вот это кафе с названием Чинар, но они переименовались. Сейчас это заведение называется как-то по-другому. Я взяла салфетку с названием. И из-за того, что переименовали название, мы не могли найти это заведение. Представляете? В этой деревне, в Чичекли, очень много мест для завтрака. Сюда специально целенаправленно приезжают гости, чтобы позавтракать. Из Измира, наверное, из Манисы тоже, потому что это между деревня между Измиром и Манисой. Вот этот дом, я помню, пару лет назад продавался, видимо, его купили уже. Продавался недешево, здесь дорого дома, потому что с той стороны вид на речку, ну, хотя маленькая, но все равно речка, и там все-таки лесополоса, зелень. Я бы не отказалась бы жить в такой деревне, среди такой зелени. Я всегда говорю, что я с удовольствием жила бы в такой местности, чем в городе. Видите вот это все машины, которые приехали на завтрак, плавно переходящий в обед. Мы вот к 2 часам встали, люди к 2 часам только приезжали позавтракать, потому что воскресенье, встают люди поздно. А, нет, здесь тоже, видимо, заведение, да, или что? Сейчас посмотрим, название есть, а есть ли заведение само? Burası da varmış kahve. Evet. Там тоже есть, но народу я там не вижу. Как вы, чумазики? Чумазики мамины? Ты устала? Кучеряшка? Принцесса Кучеряшкина? На этого. Чумазик.